Шановні друзі, мій сьогоднішній співрозмовник знає відповіді на всі запитання і може цікаво розповідати про великих від Моцарта до Сталіна годинами. Сьогодні у нас в гостях видатний письменник та драматург Едвард Радзинський. Едвард Саніславович, добрий день. Сказати, що я очень рад з вами зустрітися, мало це не сказать нічого. Ви знаєте, я вас очень уважаю, звісно, я читав практически всі ваші книги. И не только количество, но качество ваших героев, оно таково, что как уже прыгнуть выше? Тем не менее, Сталин. Почему Сталин? Ну, знаете, я последние 8 лет, 9, писал одну книгу. Называется она «Апокалипсис от Кобы». Она вот только что вышла. Она практически как бы... Пахнет краской. Да. Это три тома. В общей сложности 1500 страниц. Почему? Вы понимаете, это было очень интересно. Дело в том, что в начале, естественно, у меня была биография Сталина. И я много, у меня было много телевизионных выступлений по поводу Сталина. И по мере того, как все это происходило, я начал получать невиданный источник. Это воспоминания, которые писали люди, которые его или видели, или слышали от других людей, которые с ним общались. И некоторые из них исчезли, и после реабилитации родственники получили назад бумаги. И вот этот ворох бумаг – который меня начал окружать, вы знаете, он как бы толкал к действию. Все кончилось совсем, но я, ну, вы понимаете, ну, ну, вот есть такая формула. Да, она это сделала, но это моя страна. И поэтому, ну, вот так. Очень патриотическая формула. Есть другая, действительно. Угораздил друг... Бог родиться в России. Как да, может, есть даже. другая. Нет, есть другая формула, это чадаевская формула до тех пор, пока из наших ус не вырвется крик раскаяния и боли по поводу ошибок нашего прошлого, мы не увидим спасения. Поэтому эти две формулы в каждом человеке, который жил в СССР, они действительно борются. И побеждает то одна, то другая. И я все равно решил, что я не буду этим заниматься. Это очень тяжело. Но меня добило. Я был в Париже, у меня была премьера, и мне оставили огромную рукопись. Я так и не знаю до сих пор, что это такое. То есть действительно какие-то события, которые там описаны, все это правда, или это вариант сочинительства какого-то человека, который... Действительно был, видимо, очень старый и готовился нас покинуть, и он решил оставить. это оставить через меня. И как-то я, почему он там жил, я мог только догадываться. И я постепенно начал, как бы он начал ко мне приходить. Это ко мне. Вас интересует побольше. Вас интересует, почему через столько лет... В России Иосиф Виссарионович живее всех живых. Ни Ленин, никто. Вот никто. Сталин. Сталин. Почему в этих мягких кавказских сапогах он вернулся из тени истории? Но дело в том, я много по этому поводу раз говорил, просто очень много. Вы понимаете, это для части людей это не любовь к Сталину. Нет. Это большая нелюбовь к тому, что происходит за окном очень активная любовь и поэтому Сталина бы на вас это раздается так было с Нероном угу. знаете после уже казалось ну изувер все кончено а потом те кто пришли после наделали такое что появился моментальный миф что был Нерон который расправлялся с богатыми и любил сенаторов и очень любил свой народ. Настолько, что выступал как демократ перед народом в любимых зрелищах, участвовал. И дело дошло до того, что этот Лженерон чуть-чуть не, не завоевал Рим. Он стоял уже у вечного города. Поэтому это так всегда. И это первая часть. И вторая. Понимаете? Со временем людей поджидает великое беспамятство. То есть бумаги о злодеяниях, как писал Карамзин об Иване Грозном, пылились в архивах, Оседаем, никому не нужные, стоны жертву молкли, а зримыми остаются памятники государственной силы и великих побед. И постепенно для молодого поколения это соединяется. И поэтому я понял, что мне придется писать, хочу я или нет. И я думал, как всегда, что, знаете, ну, тему я абсолютно знаю. Я работал в его личном архиве, в президентском архиве. В личном? Да, это сделал только до меня один человек, Волкогонов. Но Волкогонов был генерал и депутат Думы. Я единственный, как бы штатский, так назовем, человек, которого туда пустили. И нам мне, по-моему, все это закончилось. Не по-моему, а точно? Там, как бы, только дальше публикации делали сотрудники. Это комнаты огромные или что это? Нет, это так сейчас. Я не знаю, что это такое. Он большой. А, а тогда, тогда это была квартира. Квартира Сталина. И там После, были все И документы. Там был, был архив, вообще большой президентский архив. Не только Сталин, но Политбюро и так С далее. С вами кто-то находился там во время того, как вы работали? Конечно, там. То есть смотрели? Нет. Нет, не смотрели, потому что там такой аппарат был, тогда допотопный, что можно было смотреть только определенные буквы на определенную тему. Поэтому, но весь его архив, и потому что я был там долго, я изучил до конца тогда. И поэтому я считал, что я, в общем, все знаю, и месяца за три мы все сделаем, имея эти бумаги, имея это свидетельство живых людей. Вы понимаете, там один дал мне сюжет – то есть это наш разведчик, по-честному, это посильнее Бонда, потому что это был его личный человек, который как бы отчитывался перед ним. И он имел право, как и Бонд, убивать, когда надо. И он этим правом там замечательно пользовался. И э, у него для меня было самое интересное, у него были глаза. Понимаете, он эти глаза, которые уезжали и возвращались, и видели то, что люди не видят. То есть они видели эти быстрые, фантастические изменения. Когда его, ну, такой, ну, друг, боевик начал расти, расти, превращался. В гигантскую фигуру, а он все уменьшался, уменьшался и превращался в его распорядить. Угу. Жалкого. То есть, понимаете, как бы и для Иосифа Виссарионовича, это я понял, он его сажал периодически. Ну, как всех. Остыть. Не остыть. Он не мог. Там он попадал под. Э то, что происходило, Это ему жернелла. зубы выбивали, потом он его возвращал, потому что вставлял зубы, вставлял зубы, их шутил все время, не, тороп... не поторопился. Вот все время там шутит. Я понял по этой рукописи, что он был, что как бы способ общения была грузинская шутка постоянная. Он вообще шутник был. На очень он смеялся, он был очень смешлив. Он все время смеялся, но в усы, то есть он прыскал в усы. Он знал, что Ильич хохотал все время день-день-день, а он прыскал в усы. И вот эти все детали, они были, конечно, потрясающие. И я понял то, что тот не понял, почему он его возвращал. А возвращал он его, потому что он был в зеркало. Глядя на него, он понимал всю величину и длину пути. И там есть в книге, есть безумно смешный эпизод, в чем он не понимает, он там, они посещают выставку подарков Сталину. И вот они идут, и там всюду эти мраморные стали, это с Полотен глядит, черноусый красавец, и идут два, они похожи немножко были все время, очень похожи они, идут два маленьких сгорбленных человечка, один только в мундире э, генералиссимус, да. а второй... В жалком москошвеевском костюме потому что но ну, он приехал из очередного своего э, воежа воежа где очередной раз убили украли человека он участвовал по правде в чем он замечательный издает он как бы он не выдает тайн он кон, э, это просто э, он э, сообщает. вот Мы сели, ему вкололи, он заснул, у меня на плече. Это было тяжело, у него тяжелая голова. Он пишет, кто? Он пишет, кто. Да, конечно, генерал Кутепов. Угу. Меня сменили, то есть голову положили другому, он, он ушел. Но, к сожалению, тот начал просыпаться, они, он пишет ему, вкололи снотворного, но слишком большая доза, у него не выдержало сердце. Его пришлось выбросить за борт того судна, куда его погрузили. Он удивительно точно описывает все. Да, его, для него это вот, там даже есть потрясающий, на мой взгляд, я оставил, как он написал, что когда там надо было застрелить женщину, ну, потому что он, легенди, он легендирование, он взял бумаги грузинского князя. И чтобы узнать, его расстреляли. Но чтобы узнать больше, он позвал его жену, сообщив, что тот, вот он здесь, просит принести его чемодан. И с ней беседовал. И та, потому что она соскучилась по прошлому, ему все рассказывала. И он пишет, ну как же, ну надо же было, конечно, с ней ну, расстаться, вот, но тогда не было кофе абсолютно, и я ее угостил кофе с молоком и э, зашел за спину, она не почувствовала. Вот, вот все время рассказывает, какой он гуманист, <laughs> как он гуманно это делает, и вот от этого становится, конечно. Вы для себя выяснили, кто был отцом Сталина? Нет, я это не выяснял. Я выяснял только то, что знали эти люди. Понимаете, я э, смотрел на него их глазами. Вот теми, что они знали. Там есть намек, что он убил отца, и я оставил своего отца. Да, ведь настоящего он... или нет неизвестно. Нет, настоящего абсолютно. То есть вы уверены, эпоху? что не проживальский был отцом его? Да, ну, ну что? Это он распространял освящария, Виссарионович, его служба начала распространять эту миф про Пржевальского. для того, Поэтому... чтобы придать величие, да? Да, и более того, там в энциклопедиях проживались такие маленькие портретики очень похожи на сталина чтобы люди сами догадались понимаете что это не пьяный сапожник а он вы понимаете только, только пьяный сапожник с именем бесо да. мог его родить и там только есть одна вещь он его бил а потом исчез и там он говорит герою второму своему вот он ему дает имя Фудзи uh -huh. насмешливое, uh -huh. потому что у него висел меч самурайский, он гордился. -Яма. Да. А потом он его будет арестовывать как японского шпиона. Это юмор такой он делал. А тот отвечал юмором, когда его били. Он говорил, что он сознается, что он японский шпион, но требует очную ставку со своим другом, чем Сталин. Тот бил его, чтобы он и говорил, но бил очень осторожно. Уже очень осторожно. Сталин грузин был или осетин? Осетин. Все-таки? Да, скорее он был осетин. Там... Ну, он был осетин по деду, там был осетин, но это как бы не принципиально. Понимаете, дело в том, что он был кавказец, вот это самое главное. И тот был кавказец, и Янукидзе был кавказец. И, Авель. Да, и поэтому там сейчас все возмущаются, там как ведет себя Большой театр, а Большой театр всегда вел себя одинаково. Поэтому все балерины, с которыми. Дело в том, что до этого это был филиал дом, Политбюро дом у тех романовых, да. и публика, приходившая в театр к возмущению моральных, так называемых высокоморальных романовых, могла видеть тела, которые ночью ласкают великие князья, что было ужасно, вот. И после он действительно это стало таким не политбюро, а маленького избранного круга. Сюда входили. Калинин любил очень, да? Калинин, Киров и Януккидзе, они назывались авелинки. Вот авель, авель да. да? Они назывались авелинки. Сталин певиц больше любил, да? Пышных Я нет. не верю. Абсолютно не верю, я абсолютно уверен, что Сталин любил власть. А какая он женщина сравнится с властью? Да? Он сублимировался на этом, и тот это, более того, поэтому был очень нравственный. Вот я в книге это рассказываю, он дико наказывал, вот Чуарели, там угу, это есть все, угу. которого он наказал, когда тот неприлично пошутил. Неужели после того, как умерла Алилуева или была убита Аллилуева, все у него не было при... женщин? Ну что вы, все время привозили, но они не, не нравились. И кончилась Истоминой, uh -huh. которая была практически... Ну кто Истомина? Она была... Домработница. Ну, назовите, старшая сестра. Uh -huh. Она была старшая сестра на даче. Она стелила постель, и там есть сцены между ними, которые это не придумки. Сколько ей лет было? Когда она начала с 18, по-моему, с а, 18, и она прошла с ним всю жизнь, и его беззаветно любила явно. И думаю, что она его устраивала, потому что она не вмешивалась, она не была в политике, она заботилась, и все как бы сексуальные услуги, назовем их так, она вполне с ними справлялась. Ненавязчиво потому оказывала. Потому что... Нет, она его любила. Поэтому после этого ему... Понимаете, он не был страстный грузин. Он был страстный политик. Но он всю Россию имел, зачем Это ему женщины? Все... Нет, ну может быть, можно иметь всю Россию, как Александр II, но очень любить женщин. Можно иметь три четверти России, как Берия и Егода и Ежов, но очень вся эта группа очень любила женщин. Там очень много сцен, понимаете, там кто-то там, там как-то удивлялся. Я обычно ну, эту часть жизни в книгах редко описываю, но здесь мне просто пришлось, потому что она занимала огромное место в... и у Егоды, и у Ежова. Люди исчезали просто. Когда Егоде нравилась женщина, исчезал муж очень быстро. Ежов просто, я цитирую. Ну да, он вообще деле, испорченный человек был. Да, да. Я цитирую дело. Просто его дело, потому что там есть сцена, и этот герой это пишет, он был при допросе Ежова. Потому что, как бы Остиса его послал, потому что он пострадал от Ежова. И он считал, что это правильно. И он его послал был высший акт, только что вернувшегося оттуда, вот его послал. И то после этого он, как ни в чем не бывало, улетает там продолжать делать, назовем, сеть. И он все время занят этой сетью, как она на дно ляжет, не испортили в его отсутствие, потому что ведь там произошла трагедия, как всегда у нас – Благодаря Иосифу Виссарионовичу все знающие чекисты, то есть его окружение, исчезло. А там сидели люди, которые уже ничего не понимали, которые погубили Красную Капеллу mm -hmm. в результате, заставив их работать. Он хотел, чтобы они легли на дно, потому что он понял, что слишком много людей участвует. Вы понимаете, почему была такая прекрасная разведка? Я тоже не понимал до этой книжки. Он там объяснил. Дело в том, что в разведку пошли вчерашние нелегалы, партийные, да. которые привыкли к явкам. Да, и они идеально справились. идеально. К ним прибавили э, человека с фантазией, то есть этих руководителей. Хулиганов добавили? Хулиганов нет. Белых э, офицеров они работали в разведке. У Агранова они потом все исчезнут во время уничтожения операции <сас> Трест. <сас> 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 а их они были. Э, и э, это были настоящие Агранов. Да, то есть они были изумительные провокаторы. И потом... Талантливые люди были. Талантливые люди, но вы понимаете, всегда это опасно. Это опасно, потому что там, видимо, считают. Искусство любили, опять-таки, поэтов. Искусство они любили, но, повторяю, там считают. И поэтому потом все исчезли. Скажите, будучи учеником духовной семинарии в Горе, Сталин в Бога верил вообще? На ваш взгляд? Нет. Он был атеист, если он верил в Бога, он не уничтожил бы храм Христа Спасителя. Это же он уничтожил, Конечно, не Ленин. По это личному не распоряжению. Каганович, да. просто этим занимался. Он уничтожил храм. Потому что до этого как-то делались очень хитро. Их консервировали, превращали в склады, склады как да. просил Ильич. Но Потом было придумано, то есть когда делали план москвы то Каганович должен был делать улицу, чтобы она проходила через церковь, чтобы объяснить, что это не потому что, а просто магистраль мешает и ее взрывали благополучно. но и потом чем старше он становился, и чем ближе для него было то, что всегда, к сожалению, <laughs> ждет всех, <laughs> он а, <laughs> у него появлялась нежность к церкви, вот так назовем ее. Но нежность церкви у него появилась особенно во время войны. <laughs> это правда, то, что иконы обносили, правда. это это абсолютная правда. И я там не пишу об этом, потому что он э, герой этого не видел. Он сидел э, в этот момент. Он просидел часть войны. Но э, это правда. А по окончании он сделал дело невероятное. Он сделал патриарха, вернул патриархию и о церкви заботился человек, по-моему, по фамилии Круглов, который одновременно в НКВД руководил отделом, который боролся с церковью, поэтому они как бы он сразу, да, он был борец с церкви и одновременно борец за лучшие условия, которые они там были. И вы знаете, вот это посещение музея это ничто по сравнению вот когда подарков Сталина с посещением его статуи, когда он вместе с ним едет смотреть статую, ну, там работали же только заключенные на статую, она была в Химках. И то, что там написано, это абсолютно. И это, конечно, я не хочу рассказывать, пусть читают, но это фарс. Это, это потрясающе. Это просто вот на этом эпизоде можно делать фильм. Сталин же был творческим человеком, судя по всему. Он в детстве уже прекрасно пел и писал стихи. Да, он писал стихи, Чевчевадзе их опубликовал. Хорошие стихи. Грузинских поэтов. Но мы не поймем, потому что стихи нельзя Где в Где подстрочном... Чевчевадзе, да? Нет, в подсрочном переводе. Ну, такие юношеские стихи там есть э, в книге. Вот в, в этой книге, романе, там есть все эти uh -huh. стихи, потому что он... Э, понимаете, они трагические. Это трагичный поэт, который... А потом были какие-то гимны Берии. Славься, Берия. то чушь. А вот это толпа подносила ему фиал э, с ядом, пей проклятый и так далее. Там это, это очень интересно. Ленина Сталин убил, вы верите в это? Нет, он его не убил. Зачем его убивать? Тот сам умирал вовсю. Но в книге я доказываю, что вот в романе, как это было, он бесспорно... Э, это лже завещание Ленина. То есть оно написано Лениным, оно Ленин его написал, как бы прикрывая году. настоящее, чтобы все думали и Сталину сообщили, что есть это. Ведь не мог вождь не написать, кому руководить страной. И он написал? Он написал. Там, видимо, он написал в том, что было уничтожено Сталин. Это завещание 22-го года. Это завещание перед смертью, которое он написал, потому что не может вождь партии просто как... Это же, ну как, это если вы прочтете он это всех вслух, обругал там. Это письмо Хлестакова по поводу города Н. Да, да, да. Понимаете, там есть и этот, и этот, и все плохие. А лучше всех Сталин, которого он обвиняет... Только в том, что он груб, групп а да, с подчиненными. Но ну, когда грубость была грехом для большевика, наоборот, он его любил за грубость. Он много раз говорил, что этот человек умеет обращаться вот с таким контингентом, имея в виду солдат. Мат. Меньшевиков. Ма, нет, мат, когда нужен был мат. Сталин же бил меньшевиков с арженкидзе, да, да, там. Да, была они известная били, история. да, они били. Ну, там не только меньшевиков он бил. Иосиф Саренович... Подраться любил. Да, он В нем есть какая-то... Ну, <с> они... Арженкидзе был страстный. Он кричал все время. Он не мог говорить нормально и спокойно. Бурлил темперамент, да? Бурлил темперамент. Он ну, он бросался на людей. Но вообще, как бы вот этот, конечно, жизнь 10 лет, 9 с чем, конечно, она сделала наслаждая... вас другим человеком. Нет, вас. она не сделала меня другим человеком, но она как бы заставило меня очень много понять. И там есть его размышления, его. Я уверен, что я написал правильно. Эти, там же есть э, сцена с Гитлером. Я доказываю, что, Они это встречались? Встреч, что эта встреча была. Причем я доказывал это в своей научной биографии Сталина. И там... Очень подробно, это, значительно подробнее это сделано. Почему? Какой это год? Да, это тридцать девятый год после того, как надо было подписать новое военное соглашение перед нападением на... И риф. где они встречались? Во Львове. Там, там американская телеграмма, я ее публикую, настоящая американская телеграмма, подписанная человеком, который любил знать все по фамилии Гувер. Но... Конечно. Да, это знаменитая фигура американская спецслужба вечная, это Кувер, символ почти, и он сообщ, сообщает, сообщает э, стать секретарю об этой встрече. Они понравились друг другу при встрече? А, там, как я написал, э, это целое, понимаете, там это безумно интересно, потому что как бы декадент Гитлер. И царь темного покоя молчаливый азиатский деспот Сталин. Гитлер, и вот как им разговаривать, оба припасли такие как бы сюрпризы друг для друга, доказывающие, что и тот, и другой готовят войну. И тот, и другой объясняют, что друг они не другу, готовят. Да, что, почему эти документы ничего не значат. Но они приготовлены. И эта встреча в поезде Сталина, они стоят два поезда рядом, гитлеровский поезд с ванной, там очень подробно описан, я написал гитлеровский поезд, потому что этот человек видел этот поезд, а я еще проверил все, там вот эта ванна гитлеровская, все, там, там очень любопытная подготовка визита. То есть, его поездка в Бертесгаден в Баварские Альпы. И вообще такая эпопея, конечно. А Сталин готовил войну, на ваш взгляд? Да, конечно. Он хотел первым напасть, Нет, как Суворов утверждает? Не, он, но не в это время. Сейчас было нельзя нападать Боже. ни в 41-м, ни в 42 ни раньше 43 -го года. Он понимал, что Гитлер не может на него напасть, и у него сколько угодно времени. Потому что для Гитлера это самоубийство. То есть Гитлер его перехитрил? Гитлер не перехитрил. Гитлер истерично сделал. Ведь если бы он бы задумал это точно, то он бы не напал на Югославию летом, а сразу напал на нас. Ну, чтобы иметь резерв угу. летнего времени. А он истерически, он готовил все время, менял дату или ее объявлял. Или он мист, мистик объявлял. был еще в добавок, да? Он был мистик, но здесь он должен был, он готовил. Да, давайте не случайно. И он как бы понимал, что тот не узнает. Ну да, Наполеон, но это нет. Но дата и там и тут случайно, она просто совпала, я уверен, потому что Наполеон не вовремя пошел. Понимаете, ему надо было напасть на полтора месяца раньше. И здесь то же самое. И здесь тоже, потому что до конца он сомневался. И тот сомневался, и этот. И когда уже шли последние, как он считал, месяцы, последние дни, я бы сказал, uh -huh. он рванул туда, понимая, что тот наверняка не знает, потому что подготовки к войне... Никого не было, никто не шил теплую одежду. Это здесь совершенно правильно. Сталин сильно подавлен был, действительно, когда началась война. Пропал Подал. на трое суток. Подавлен. Там написано все у меня. Почему он пропал? Ну что подавлен? Ну подавлен, конечно. Он не ожидал. Но сказать, что он был в ужасе, боялся, готов был капитулировать, это полная чепуха, потому что Сталин народом из гражданской войны. Да. А в гражданскую войну у большевиков осталось два города да. Москва и Петербург. Они выиграли. Ну, ну, забери Гитлер, ну, забери европейскую часть. А там сколько угодно территории а там 100 да. Что территорий, все заводы он туда успел. Это правда, что когда спустя трое суток, когда Сталин не показывался в Кремле, члены Политбюро, его ближайшие соратники приехали к нему на дачу, ну, он как? подумал, ну, что там... они приехали его арестовывать. Нет никогда не подумал. Там все время шла работа, молото все время ходил, говорил, надо ехать, все боялись. Поскреб, Берия знал, что надо ехать. Они все должны были поехать и отдать ему всю власть. И это его фраза подлинная. А может быть... Кто-нибудь из вас лучше сможет. И все должны были орать. Нет, нет, лучше тебя никто. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний письменник та драматург Едвард Радзинський.